Все, кто сегодня делает прогнозы, или глупые люди, или авантюристы, никто не может сказать, когда распадется Россия. Единственное, что я могу сказать, что она распадется. Кстати, и Украина под большой угрозой распада, и это тоже надо говорить. Украина сегодня мне не представляется цельным государством. К сожалению, прав Путин, говоря о том, что Украина не до государства. Украина не до государства. Потому что мы не видим сильной вертикали, мы не видим проявлений государственной власти там, где государство должно себя проявлять. Мы не видим заботы государства о гражданах. Это то первое, что, с чего должно начинаться государство. И то, что завтра может произойти как распад России, так и распад Украины. И то, что мы глазом не успеем моргнуть, от Украины могут остаться несколько кусков. И то, что мы ничего не сможем с этим сделать, это вполне возможно. Это вполне возможно. И я думаю, что сегодня все, кто в Украине имеет способность мыслить, и государственные деятели, это понимают. Я знаю, что понимает это и Леонид Макарович Кравчук, я с ним говорил на эту тему, и Виктор Андреевич Ющенко, и Леонид Данилович Кучма, я с ними со всеми об этом говорил. То есть президенты Украины, обладающие особыми знаниями, в частности, все это понимают уже, когда уходят в отставку. В частности, геополитическими, они это понимают. Я думаю, что такого не было момента еще, когда они были президентами, когда над Украиной нависала реальная угроза распада. При них такого момента не было.